Всем привет! Обещал обзор сиденья, стойка поворотная с замерами. Сейчас, если у кого руки есть и не лень это делать, то ради бога, штука удобная. Крепится она к одной из досок пола, двигается. Можно и здесь сидеть, и здесь, где хочешь, она полностью двигается по всей лодке. И когда на веслах идешь, и с мотором. У меня мотор убрал, электромотор. Сейчас замеры, если кому надо. Начнем с нижней части. Снимаю на телефон. Как видно, 20 сантиметров одна сторона, внутренняя труба она вот эта внутренняя труба ставит другую трубу, а шире получается, шире. Так, это получается у нас труба в трубе. От трубы до трубы примерно 18 сантиметров, 17. Ну и верхняя часть тоже. Ну это поменьше часть. В конце стоит стакан. В нем газ-лифт. Сиденье поднимается, опускается. Затекли ноги, можно повыше сделать. И дальше идет поворотный сам механизм сиденья. Он уже крепится непосредственно к сиденью. Газ-лифт и поворотное крепление. Он туда встал и не отходит, не снимается, ездит так. А вот эти две части, раз, два, они снимаются. Само крепление с той стороны, болты стоят закручены, там под крезо, под лицо, так что ничего не выпирает, все ровненькое. Вот эта штука ненадежная, брал уже, сломались зубчики. Вот эту там внутри снимал, переваривал, она теперь плохо ходит, криво. Так что тут сайт есть, если хотите, можете посмотреть. Там вообще все четко есть описание. Так что все, всем пока. Не забывайте подписываться. Смотрите следующее видео.